Привет, дорогие друзья, с вами мистер Ник, и сегодня я делаю такое необычное видео. Будет видеообзор по игре. Название вот, конечно, как вы можете прочитать сами. Итак, вот я нажал этот лайт, я не знаю, что это. У нас выходят частенько рекламы такие. Эта игра заключается в том, что гимнаст, в принципе, как стикман, он и крутится на перекладине, и мы в любой определенный момент можем... Ну, нажать на экран, он отпустит руки и может лететь в воздухе. Он может приземляться как на перекладину, так и на пол. Вот тут есть режим соревнований, а есть режим, как тренировка, наверное. Давайте вот в этом режиме поиграем. Так, вот у нас тут сила, крутка сальто и твисты. Твисты, сейчас вы увидите, что это такие повороты на 180 градусов. Давайте вот так вот прокачаем перса, чтобы он так повыше летал или чтобы что-то такое было тут интересненькое. Вот он, как вы видите, крутится, я могу вот отпустить, крутиться себя. И тут надо определенный момент отпустить крутку вот эту, чтобы он пришел на ноги. Вот так вот. Вот тут нам еще дают монетки. О монетках немножко позже давайте поговорим. Вначале вот мы можем, например, прыгнуть с перекладины на перекладину. Сейчас я буду пытаться это сделать. Вот мы сейчас немножко не пошли назад так, как сильно надо. Вот, у нас получилось сделать. Можно еще вот такие трюки делать тоже на перекладину. И вот после вот этого, например, всего, что мы тут наделаем сейчас, мы можем сделать соскок. И после этого нам дадут монеты. Если, наверное, хорошо делаем соскок, там побольше монет дают. Если там шаг делаем, предположим, то поменьше. Сейчас вот попробую сделать с шагом, чтобы вы увидели приблизительно, как это происходит. Нет, это упал просто. Но бывают падения пожаще. Например, вот такие. Вот я, например, выпрыгну и ничего не делаю. И вот человечек наш распадается. Сейчас я буду пробовать делать этот сальто с шагом. Ну, чтобы он приземлялся и делал шаг. Чтобы вы увидели хотя бы, что это такое. Нет, почти вот. Там надо немножко вперед или назад прийти, чтобы тело было немножко... Нет. Даже чтобы тело было немножко впереди или, ну, назад упиралось. Точнее, не упиралось, а вот так падало, типа. И он тогда делает шаг. Но нельзя перебарщивать. Тут надо именно, чтобы он не сильно как бы падал. А чуть-чуть, вот шаг он сделал. И нам за это дали, не знаю, может меньше очков или что. Давайте сейчас, наверное, поговорим про монеты. Сейчас вот я поиграю. Вот, все, мы проиграли. Вот, у нас монеты вот 360 штук. Там, например, за сальто дают одну монету, вот так копите их, играете, копите. Есть какие-то тут как бы баночки с чем-то. Давайте их купим, тут пара штучек. И сейчас посмотрим, что нам это дало. Вот, каждая баночка дала нам, походу, по 2. Плюс, и мы можем прокачать персаж, чтобы он, например, сейчас вылетал очень-очень-очень высоко. Посмотрим, давайте, как это будет выглядеть. Ну, нормально. Он делает так 4 сальто на всю высоту. Но ему не хватает, чтобы прийти на ноги. Можно, например, сделать там 3 сальто и пару твистов. И прийти на ноги, нам там дадут, наверное, куча баллов или что там, очков. Вот. Тут, кстати, надо в определенный момент отпускать руки от экрана, чтобы он не перекручивал. Или чтобы он вообще, если приземляется, и у вас как бы включена крутка, если это так можно сказать, то он тогда просто разрушается. Как вы видите, я могу крутить сальто, могу крутить твисты отдельно. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Сальто вы уже видели, а вот твисты... Вот они. Вот и 2,5 твиста мы сделали. Это получается, когда сальто надо нажимать вот приблизительно половину экрана, да? Сальто, если мы крутим, надо нажимать на левую часть экрана, твисты на правую. Можно делать и сальто, и твисты одновременно. Я уже, вы, наверное, тоже заметили, я их делал. Так, мы сейчас вылетели сильно наверх и ударились о перекладину. Давайте, у нас последняя попытка сделать на всей... Ну нет, не получается у нас. Думал, с последней попытки, может быть, получится сделать 3 сальто с двумя твистами. Ну, давайте я сейчас
поиграю, если когда проиграю, я куплю еще две баночки. Вот, проиграл. Купил две баночки. Так, увеличиваем на 6. Интересно. А, так тут можно увеличить, что хочу. Я еще тогда крутку увеличу сейчас. Сейчас посмотрим, что сейчас будет. 4 скрутим или нет. Да, вот мы скрутили 4 в идеальное. За сальто дают 20 очков, за твист 10. Итого мы можем, например, сделать 3 твиста. И, ой, 2 твиста и 3 сальто, и нам дадут 100 очков. Или мы можем просто сделать 4 сальто вроде бы за 100 очков. Не знаю, я не помню. Сейчас попробую сделать 4 сальто, посмотрим, что нам за это дадут. Так, я извиняюсь за вот эти шмыганья носом, я чуть-чуть переболел. Сейчас у нас погода такая плохая в стране. Идут дожди постоянно, вот эти перед, кстати, перед зимой. Так, нам за 4 сальто дают 80, значит, я тогда сделал 4 сальто с твистом. Так, давайте попробуем сделать 3 сальто с двумя твистами, мы уже пробовали это сделать. Так, почти получилось. Вот, нам не хватило там совсем чуть-чуть. Это мы вообще на перекладину упали. У нас закончился наш эликсир крутых прыжков. Тогда попробуем, давайте сделать, например, 2 твиста. Сделаю эту паузу. Сейчас давайте попробуем 3 твиста сделать. Нет, это, наверное, очень сложно будет. Хотя давай сейчас попробуем другую взять прокачку, например. Можем взять по половине силу и половину твистов. Тогда, наверное, может получиться. Нет, это очень медленная тогда крутка. Но давайте попробуем, если вперед вылететь. А то что-то мы постоянно за перекладину улетаем. Давайте попробуем купить наш эликсир. Опять 2 раза, как всегда. Прокачать еще один раз на 2 раза на твисты и 2 раза на сальто. И 2 раза, конечно же, на силу, чтобы повыше вылетать. Нет, 3 тут, наверное, нереально сделать. Давайте попробуем такое, сделаем такое рассмотрение. Например, мы сделаем, получается у нас 20. Мы можем сделать 10 такого и 10 на сальто. И вот у нас тогда будет большой вылет. Например, 4 сальто мы спокойно. Почти 5, короче. Даже 5 можно сделать. Вполне. Сейчас давайте попробуем. Нет. Ну, 5 он все-таки чуть не дотягивает. Надо повыше вылететь. Вот, вот такой вот. Нет, все-таки он на 5 не тянет еще. А если попробовать сделать. Сейчас, наверное, я попробую добавить еще один эликсир купить. Так, давайте еще посмотрим, что это нам дает. А. Наверное, только 2 эликсира максимум покупать можно. Остальные, если покупаю, нам ничего не дает. Вот как вы можете, если вы заметили вообще сейчас, сколько у меня монет было. 157 у меня всего лишь. Начал я играть, у меня было 300. Ох, мы сейчас такой трюк, конечно, исполнили. Классный. Ну, 180 очков аж. В общем, вот такая вот игрушка. Не выделяется такой крутостью графики, а вот сама по себе игра именно со смыслом, наверное. По-моему, такая хорошая игра. Я просто сам занимаюсь спортом приблизительно похожим. И вот для меня тут все понятно. Я давно искал такую игру, конечно. Вот, нашел и решил сделать видеообзор по ней. Сейчас видео будет выходить намного чаще. Извините за вот эту паузу. Сейчас каникулы закончились, и надо было получать оценки в самом начале. Теперь получили, когда можно видео снимать, можно начинать. И все равно нас уже спрашивать не будут, потому что вот в самом начале получают кучу оценок. Тут уже потом под конец четверти просто лафу гоняют, если так можно тоже сказать. Ну, лафа, короче, он ничего не делает себе. Может, дизайн не делать, я все равно не буду спрашивать. Буду спрашивать тех, у кого недобор оценки. Или у кого не аттестация вообще. У меня такое хорошо, что не грозит. Теперь буду видео выходить намного чаще. И вот, если вам понравилось это видео,
Там можете скачать игру вот эту, поиграть в нее, посмотреть, как это все вот на самом деле выглядит не на видео. Вы поймете, что эта игра такая довольно непростая. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых конкурсов. Всем пока!